На Семей обрушился сильный ливень с градом. В результате стихии под водой оказались некоторые улицы и перекрестки. На дорогах образовались километровые пробки. Особенно сложная ситуация на левом берегу города. Автомобили и пассажирские автобусы заглохли в огромных лужах. Один из городских транспортов около часа простоял в воде. Из строя также вышли и светофоры.